конечно, замечали, вы обратили внимание, виолончель. Дело в том, что это уже факт исторический. Моцарт не любил виолончель как сольный инструмент, он никогда для него не писал, только в ансамбле, в оркестре, естественно. А сольный, вот он вот, не нравился этот инструмент. И поэтому просто здесь виолончель вот со всеми вот этими субпантичелло, всякими приемами, использована как просто вот какая-то такая шутка. А арфа прекрасна. Thank you.
доцент в училище, лауреат многих конкурсов международных и всесоюзных, которые у нас сегодня в гостях, ее ученицы, Мария Агатова, пожалуйста. Мы сейчас приведем в порядок сцену, роял плывет в угол. Можно отопление, да, немножечко, наверное, чтобы... Это настоящая балетная классика. Вот та классика, которая идет на всех сценах театров мира. Вот немножечко, несколько слов о ваших ученицах. Мария Залман. Об ученицах я еще не буду говорить. Слышно, да? Вы сейчас их увидите, пока не буду говорить. У нас хореографическое училище, центр образования Натальи Нестеровой. Существует училище уже больше 15 лет. За эти 15 лет выпускники нашего училища танцуют в Москве, в театре, в Большом театре, в театре Станиславского Юрия Чинайченко, в детском музыкальном театре, в гастрольных группах, причем пользуются очень большим уважением и успехом. Многие наши заканчивающие наше училище дети имеют звание лауреата конкурса. Поэтому, что я еще могу сказать? Вы сейчас сами все увидите. Сейчас сцена уже готова, а потом немножко нет. А я хотела бы добавить, что вот питомицы Марии Залмановны Агатовой в основном несколько раз вы были у нас в гостях в клубе. Вот, а я еще помню, достаточно какой-то период тому назад, я видела вас на сцене Станиславского Неровича Данченко. Вот, это было замечательно. Мария Агатова, прекрасная балерина, которая действительно вот вызывала восхищение. И я вот была просто, как говорится, очевидницей, когда прекрасный спектакль создавался ее талантом. И это очень приятно, что вот и она свое мастерство, талант передает ученицам. Что мы увидим? Вначале мы увидим и услышим прелюд Шопена. Вот сегодня Шопена много у нас. Thank you.
А сейчас мы услышим и увидим вариацию Эсмеральды и Маренго Пуни, автор музыки. Thank you.
в клуб, когда только Татьяна Георгиевна начинала детскую секцию. И я считаю, что вот те крохи, которые были заложены, ну не крохи, искры, которые были заложены, он пронес, он не занимается искусством непосредственно, но любовь к искусству он, в общем-то, в душе все время сейчас сохраняет. И очень любит и театр, и музыку, и все виды искусства. И я считаю, что вот Татьяна Георгиевна, сейчас есть такие люди, но жизнь большая, 40 лет клубу, многих перипетий всякие, изменения, но пронести любовь к искусству и чувствовать, что искусство должно нести только добрые чувства. Недаром Татьяна Георгиевна любит весну, когда пробуждаются все самые такие, да, все соки пробуждаются, душа трепещет, и спасибо вам большое за этот трепет. Спасибо. Мария Кратова. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас мы перерыв сделаем и второе отделение.
школы Наташа, сборная.